Продуваемый насквозь ветрами островок Гастелугащи у побережья Бискайского залива занимает центральное место в 7-м сезоне сериала «Игра престолов». В сериале постоянно упоминается Драконий камень, родовой замок Таргариенов. Остров находится всего в получасе езды от Бильбао. Он идеально расположен для живописных дневных поездок. Взобравшись по извилистым каменным ступеням, можно видеть старинный монастырь на вершине горы. Остров, на котором во времена Испанской инквизиции проводились суды над ведьмами, был разграблен сэром Фрэнсисом Дрейком в 16-м столетии. Сейчас, это популярное туристическое направление.